в этом подземном ходу, когда еще наши деды и прадеды были маленькими, они рассказывают, то есть какие-то образы виделись, то есть его потом впоследствии закопали. Таинственный подземный ход, где проводили обряды древние тунгусы. Акулинина гора, здесь жила настоящая колдунья. Старец Севастьян, к которому едут паломники со всей России. Оторванное от цивилизации село Маковское, кладезь загадочных историй. Уникальные кадры, удивительная экспедиция в это труднодоступное место. Смотрите в четверг в 16:50 в программе «Край без окраин» на Первом краевом телеканале «Енисей».